Дорогие друзья, в это смутное, странное время, в которое мы живем, когда утром в магазинах нет белого, а вечером нет черного, мы устроили фестиваль. Мы устроили фестиваль клоунов. И что говорить? Я не могу говорить «мы», потому что я в этом деле участвовал только как председатель жюри. А очень волевая, сильная и горячо любящая цирк женщина по имени Тереза Дурова решила организовать этот фестиваль. Итак, мы переходим к главным нашим призам. Первый приз. Клоун Мим Театр Мимигранты. Huh?
наша любимая пара из Микасов, Сергей и Коля. Thank you.
Премия. Бронзовый клоун. Ош, театр клоунады, краски Востока! Hey!
Группы клоунады «Краски Востока».